В закон о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесли изменения. Таким образом, бюджет Чувашской республики только на этот год увеличивается по доходам почти на 3 миллиарда рублей. Республика выполняет все взятые на себя обязательства. И именно благодаря этому удается привлечь дополнительные средства из федерального бюджета. Средства, которые сейчас в бюджете будут, это на 17,5% динамики с ростом к уровню 2017 года. Это говорит о многом. Это говорит о том, что мы эффективно управляли общественными финансами и управляем. К нам огромное доверие со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. К нам огромное доверие со стороны правительства Российской Федерации. И надлежащее выполнение взятых на себя обязательств дает возможность нам представлять свою аргументацию и дополнительно привлекать эти средства. По итогам года рост в динамике к уровню 2017 года по привлечению средств федерального бюджета будет еще больше. Дополнительное поступление позволит запланировать строительство и реконструкцию школ в Маргаушском, Ядринском и Батревском районах. Кроме того, при текущем уточнении бюджета дорожный фонд Чувашии увеличивается на 1 миллиард 39 миллионов рублей и составит более 5 миллиардов рублей. Часть средств уйдет на строительство блочно-модульных котельных в городах Шумерля и Козловка, на укрепление материально-технической базы организации социальной сферы. Михаил Игнатьев обратил внимание, что это первое уточнение республиканского бюджета на 2018 год. Правительство республики продолжит работу по привлечению дополнительных средств из федеральной казны.